Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную картошку с грибами. Блюдо из серии «Все сложила и забыла». Нарезаем, складываем в руках и почти готово. Делать уже больше ничего не надо. Остается только ждать. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Чисто вымытые шампиньоны нарезаем крупными ломтиками. Можно на 2 или на 4 части. Лук режем мелкими кубиками. Картофель нарезаем дольками. Берем миску подходящего размера и перекладываем туда овощи. Грибы. Выдавливаем чеснок. Добавляем соль, перец, кориандр, подсолнечное масло и хорошо перемешиваем. Теперь содержимое миски перекладываем в рукав для запекания. Завязываем его с обеих сторон. Сверху протыкаем несколько раз зубочисткой, чтобы было куда выходить пару. И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. Через 50 минут разрезаем рукав сверху. И оставляем в духовке еще на 10 минут, чтобы картошечка сверху запеклась хорошо. За 10 минут картошка хорошо подрумянилась, будем подавать к столу. Вот и все, вкуснейшая картошка с грибами готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.